Я думаю, что Виндаль... Первый наш бой. Дали вот там... Пацаны, давайте на память. Бой длился пипец как долго. Есть убитые орки, есть раненые. У нас было четверо на СПшке. Один с пулеметом, пулеметчик был. Второй пулеметчик с ним рядом был, подавал патроны и прикрывал его. Я, получается, держал левый фланг. Повернувся в сторону и побачив, що вони от підходять, ну от десь от на такому розстоянні. Ну, зразу відкрив вогонь, скажімо так. А до цього я все думав, як я взагалі вистрілю в людину. Суки! Інстинкт. Ребята, прийміть голову. Все-таки перед этим були тренировки, там это все. Ну, ти не думаєш о том, що. Какие действия делать, все на подсознании, скорее всего, что ситуация или ты, или тебя. Підійшли дуже близько до нас, десь близько 7 метрів, підійшли, побачили. Ну, бій був довгий, півтори години тривав бій. Один, блядь, в 7 метрах от нас, дохлий, другий... Где-то дальше. Чуть-чуть. Короче, поработали мы на славу. Блин, я даже не знаю, как объяснить это. Ну, после большого выброса адреналина, когда начинаются отходняки, появляется дрожь там в руках, коленях. Но тут, ну, это не от того, что ты боишься, а именно химическая реакция идет. Вот. Первый наш бой. Такой мощный, скажем так. Фух. Просто шикарно, блядь.